Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1429. События дня. 1 Коринфянам 12:28. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 11 ноября 2019 года. Ну и наше обращение о помощи. Может быть, кто-то найдется, поможет. Вот, прошел. Показать наши ресурсы. Это за понедельник. Вот первый у нас это мой мир, моя страница, где я почти 2000 фотографий выставил. Сейчас у нас фотографии 24431. Вот они. Закачал уменьшенное, а которое не в сжатом виде, там отдельно на диске. Большой у нас православный форум Игнатия Лапкина, 1600 тем. И вот православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Сейчас там говорят, что-то будет меняться, могут нас заблокировать. Ну, все там уже стонут. Не знаю, просто молимся о благе их, что они нас терпят сколько времени. Нам есть за что Бога благодарить. Ну и нас по свете Библии 4124 вопрос-ответ. Это самое-самое ценное. Вот какие отзывы на наших ресурсах.
Ты показал я. Вот он, YouTube канал. Очень хорошая система. Ресурс тут. Да благословит нас Господь побыть еще здесь, поработать. На что было за этот день? Это за отчет за понедельник. Сижу на своем месте. Было холодно. Два чайника воды почти до кипятка довел и вылез. Вылил за два раза голубям, которые наружу. Вода застыла, дальше она разогретая, растопила лед. Ну и еще они часа два шикуют голуби. Как они у меня потеряевки, правильно ли делают, наказал, все, письма в виде подал.